смерти в эти минуты находится 22-летний северодвинец. Во вторую горбольницу он доставлен с проникающим ранением в область сердца. Незадолго до приезда скорой у молодого человека завязался спор с 63-летним сожителем матери. Очередное застолье родственников закончилось поножовщиной. Говорит, что распивали, начался конфликт. Значит, потерпевший его назвал грубыми, нецензурными словами. А такие слова для его неприемлемы, потому что он неоднократно сидел и сказал, что он за это ответит. Вот и ответил таким образом. Сейчас пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Пока его обидчику грозит до 8 лет колонии. Если отчим не выживет, наказание может вырасти до 15 лет. Северодвинская ПАТП наехала на частника. Остановку не поделили автобус третьего маршрута марки «ЛиАЗ» и «Газель нелегал». Вот только виновником аварии стал легальный транспорт. На остановке в районе дома номер 57 по улице Карла Маркса «Газель» высаживала пассажиров. С такой же целью подъехал и «ЛиАЗ». Но места на остановке ему, видимо, оказалось мало. И он наехал на микроавтобус. Люди в транспортных средствах не пострадали. У обеих групп пассажиров поездка продолжилась уже на легальном транспорте. Этот визит северодвинской полиции в интернет-клуб уже второй по счету за одни сутки. Напомним, минувший вторник отсюда с Плюснина 1 сотрудники правоохранительных органов вывезли 11 компьютеров. Не прошло и 24 часов, как опять налицо признаки организации азартных игр. Жалоба поступила от неравнодушного жителя. Как и накануне, полицейские констатировали признаки организации и проведения азартных игр. В отношении предпринимателя вновь составлен административный протокол, ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией оборудования. В этот раз полиция наложила арест еще на 8 компьютеров.